Для участия в проекте «Кинолаборатория» из 50 претендентов команда кураторов выбрала 18 человек. Для прохождения конкурса профессиональные навыки были не нужны. Основное требование – увлеченность искусством. Тема кино близка. Я люблю, собственно говоря, очень смотреть кино. И мне хочется узнать именно вот кухню вот эту, как она создается, этапы все. Участие в проекте бесплатное. Программу кинолаборатории разработала киношкола имени Макгафина, которая проводила подобные проекты в 15 городах России и за рубежом. В Севастополе проект реализуют впервые. В течение 11 дней кинолаборанты попробуют себя в роли операторов, монтажеров, сценаристов, режиссеров. Главная задача – познакомить участников со всеми этапами кинопроизводства. Педагоги проекта говорят, не стоит думать, что попасть в мир кинематографа очень сложно, а снять хороший фильм можно только при наличии дорогостоящей техники. Самое главное – это талант, искренность, стремление к правде. А профессиональные навыки всегда можно получить. Сейчас, тем более, мир открытый, можно в интернете много информации взять. И я знаю, есть очень много самоучек, которые учатся монтажу, учатся операторскому искусству, есть видеоуроки и так далее. Помимо образовательной части, организаторы подготовили программу для всех желающих – лекции и кинопоказы. Так, 4 июня, в день исторического бульвара, на большом экране покажут первый в России полнометражный фильм «Оборона Севастополя» с музыкальным сопровождением. Он снят в 1911 году Александром Ханжонковым. По итогам проекта кинолаборанты представят три короткометражные ленты – художественную, документальную и фильм о фильме, рассказывающий обо всех этапах работы. Хронометраж будет там от 5 до 8 минут, не больше, если это художественный фильм, и там минут 12, если это документальный, просто иначе не успеть. Но это дает представление поверхностное, но полное о процессе кинопроизводства. Он огромный сам процесс, и то это мы еще без всяких там пути в кинопрокат, фестивали и так далее. Хотя... Премьера фильмов запланирована на 10 июня. Ленты покажут в кинопавильоне исторического бульвара. Вероника Андреева, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя.